Номер лота 7649, мотоцикл Honda Goldwing 1500, контрольное видео мотоцикла. Перед разбором упаковка. Итак, оригинальное ветровое стекло с воздухозаборником. Хромированная накладочка в хорошем состоянии, оптика вся передняя. Все целенько, все замечательно. Переднее крыло целое, не ломанное нигде. Все хорошо. Передняя покрышка на твердую четверку, даже 4 с плюсом. Тормозной диск 1-2 практически без реборда. Вилочка. Все сухое, все замечательно. С этой стороны на зеркале имеются небольшие потертости. Пластик боковой весь целый, небольшие окислы на дугах есть, но в принципе там можно все почистить, оттереть. Туманочки установлены, лапки подножки целые. Здесь хромированная накладка была, она в комплекте, просто отклеилась. С этой стороны также небольшие окислы, в принципе все чистится. Такая тюнинговая накладка на управление аудиосистемой, радио и всем остальным, прозрачная. Кармашки все на местах, все замечательно. Антенна одна задняя. Так, здесь есть недочетик немножко подломанный. Ладно, соберем. Второй целый. Спинка водителя, пассажира, сидушка без нареканий. Кофры все целые, не ломанные. Все замечательно. Центральный кофр. Накладочка хромированная, спойлер, багажничек небольшой, сзади все целое, юбка целая, покрышка, комплект передний, практически новая, замена не потребуется, с этой стороны кофр весь целый, небольшие минимальные потертости есть, также вот это видно, накладка была уже крашена, так, с этой стороны подножки, лапки все целые. По пластику недочетов, в принципе, особо никаких нет. Мелкие такие притирки есть, еле заметные. В остальном все хорошо. Так, поворачиваем ключ. Пробег 60 630. Запускается, работает. Холостые обороты держат, все хорошо. Готовим к отправке.